Привет! Эй, погоди-ка, что ты здесь забыл? Я слышал, что ты занимаешься запретными экспериментами. Что, прости? Кто тебе такое сказал? Шучу, шучу. Меня прислал мастер Варга. Как дела с экспериментом? Ну, не совсем так, как мы планировали. Я собирался полить растения реагентом, а потом скормить их мясным жукам. Затем надо было изучить их печень, и тут набежали полевики. И? Они сожрали и жуков, и растения. Теперь они разоряют поля к югу отсюда. Если мастер Варган про это узнает, он сам впадет в ярость не хуже полевика. Выходит, эксперимент провалился. Ну, может, мастеру Варгану подойдет и печень полевиков? Ведь как ни крути, но реагент они съели. Что ж, тогда удачи. Пойду сообщу мастеру Варгану. Стой! Подожди! Не ходи! Что такое? Ты ведь при оружии. Посмотри на меня. Ну, что прикажешь делать мне? Хватит скулить. Перебью я этих полевиков. Сколько их печенок тебе надо? Все, что есть. Может быть, мне стоит перестать задавать вопросы? Куда ушли полевики? Они спустились вниз по скале. По скале, ага. Ну да, там есть тропинка, ведущая к сараю. Туда они и уползли. Что за эксперимент вы тут затеяли? Мастер Варган решил создать новую отраву, которая убивает полевиков, но безвредна для людей. Почтенный Актар весьма заинтересовался этой идеей. Конечно, начали мы с мясных жуков, они менее опасны. Так значит, эксперимент прошел даже лучше, чем было задумано. Да ты что, шутишь? Эти мерзавцы все испортили. Но реагент же ведь в итоге и предназначался для полевиков, разве нет? Так теперь ты сможешь понаблюдать за его действием прямо на них. О, я не смотрел на дело с такой стороны. А ты прав.
Сушка идет, понимаешь? Добро пожаловать! Люди ропчут, пить совсем нечего. Молю, скажи, что ты его принес. А вот и твой мед, дорогой трактирщик. Отлично! Немедля пущу его в дело. Постой. Что такое? Ах да, награда. Вот. Ну чего? Ну, у нас будет медовуха? Да, я тут подогнал Ингору меду. Медовухи будет вдоволь. Отлично, дружище, великолепно! Я чертовски хочу пить! Ты сильно не напивайся, вдруг окажешься нужен. Не боись, приятель! Не сварили еще такую медовуху, чтобы старого Раутера с ног валило. Все постоянно дорожает. Ужас! Да? Как идет эксперимент? Что поделывает Хем? Плоды твоего эксперимента стали едой полевиков. Что? Этот мальчишка ни с чем справиться не может. Ну ничего, я из него дурь шпандрем-то выбью. Не стоит так серчать. Я позаботился о полевиках и принес вам их печенки. Хем считает, что она тоже сгодится. Вот как. Может, он и не слишком глуп. Посмотрим. Мне надо срочно проверить качество печенок. Ты должен срочно обучить меня зельеварению. Да, да, конечно. Слушай, у меня сейчас нет на это времени, так что держи рецепт. Ты ведь умеешь читать? Да, умею. Сгодится и рецепт. Давай его сюда. Ты в порядке? Я могу тебе чем-нибудь помочь?